Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня у нас очередная посылка из города Астрахани. И что же нам ребята отправили? А я уже знаю. Да ты что? Откуда? По запаху. Пахнет вкусно, да. Итак, мы открыли наши, вернее, еще не открыли, почти открыли. Так, ага, две коробки, значит. Ну, я не знаю, как ее открывать. Дай мне нож, наверное. О, надо было сразу вот так вот сделать. Я не умею. Еще чуть-чуть. И еще немножко. Наконец-то. Ой, что такое красивое. Ух ты, фишка. Ай, как красиво. Глянь, письмо, Игорь, это она? Ну, видимо, да. Так, как его открыть? Мне жалко разорвать это наклеечку. Да, письмо. О, добрый день, Галина. Спасибо за ваше творчество. Долгое время наблюдали за вашим каналом и решили подготовить астраханский подарок. О! Нам очень важно, чтобы вы попробовали частичку Астрахани и окунулись в атмосферу нашего города. Абсолютно новый набор с интересными позициями. Юкола судака, юкола щуки, икра сазана, икра щуки, икра сома, рыбная колбаса, вяленая вобла, сопа, балык сама, толстоловик, рыбный фарш, ого, хей судака, килька в масле и нарезка из мраморного сама. Надеемся, вам понравится, и мы подружимся. Я тоже надеюсь. Вы всегда можете рассчитывать на нас, если возникнут вопросы. Для ваших друзей и подписчиков тоже подготовили вкусные подарки по промокоду «Галь на кухне». О, если кого заинтересует, по промокоду «Галина кухня» будут вам скидки. Видите, ребят, сразу предупредили. Так что ссылочки сразу ищите под видео и все поймете. Итак, мы открываем нашу дорогую посылку. А что это такое за коробочку? Поверни, наверное, коробочку мы покажем. Глянь, как интересно. Что тут написано. Как интересно. Представляете? И «Галина кухня». Вот, спасибо, вот это, ребят. Да. Вот это красота. Ребят, спасибо огромное. Так как открывать? Вытащить, наверное, да, Игорь? Я без тебя не справлюсь. Стой. Сейчас. Во. Как интересно. Глянь, ящик деревянный. Да, деревянный ящик. Так, тут просто бумажечки уложили, чтобы не шаталась коробка, видимо. Но все равно, видимо, видишь, расшаталась, пока довезли. Так, вот так, наверное, открывается. О, точно. Вот это, Игорь, красота. Я в шоке. Нас встречают. Представляете, я в шоке. Вот это да, вот это красота, глянь. Икра сама. Представляешь? Это икра? Да, икра. А, вот написано, что видишь? Икра щуки. Вот видишь? Икра щуки. Вот это да, вот это набор. Я такой первый раз вижу. Вот эта вот колбаса. Представляешь, рыбная? Вот это да. Рыбная колбаса. Вот это да. Я первый раз такие вещи вижу. Вот эта щука написана. Сейчас мы размотаем ее. Размотаем щуку. Обязательно. Разматываем. Как пахнет. А запах стоит. Да, у ребят свое производство, да. Прямо в Астрахани. Вот это, да, это вот щука. Глянь, как красиво. Я сейчас на досточку выложу вот это. Щука, глянь, какая красота. Игорь. Как эстетично, красиво выглядит. Да, я хочу положить, чтобы видно было. И все. Вот это красота, глянь. Кухня наполнилась запахом. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как порезано, интересно. Судак. 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 Открываю. Как все аккуратно, все замотано, собрано. Ну, видно, что профессионально, да? Вот это да, это судак, вот это щука, вот это вот толстолобик,
Слава богу, все подписано. Да, да, да. Мы бы вообще ничего не вспомнили. Ой-ой-ой, Игорь. Игорь, я в шоке. Глянь. Подержи, подержи, да, я людям покажу. А, давай, показывай. Я пока за себе. Так, это у нас толстолобик, Игорь. Чтобы показать. Вот так, смотри. Вот так, Игорь. Вот так, Игорь. Возвращаемся обратно. Да, сейчас, сейчас. Я вот так все разложу, чтобы люди видели, чтобы всем было все понятно, что где что. Так, вот это вот красота, вот это сом, балык, балык сома. Вот это, да, это такое мясо, знаешь, такое нарезать тоненько. По-моему, он сквозь пакет пахнет даже. Да вообще вкуснота пахнет, ну нереально, на всю кухню. Это я не знаю, как даже передать словами. Вот это красота, вот это вкуснота, это все свежее, все вот это вот. Аромат стоит. Такая вкусная. У меня слюни текут, я не могу разговаривать даже все. Как эстетично все сделано. Вот это вот фарш рыбный. Закусочный. С томатом, прикинь? Я просто такой первый раз вижу, правда. Вот ни разу такой не видела. Вот так вот. Прямо фарш рыбный. Ой, какая красота. Игорь. И красазана. Слышишь? Под пиво. Это вообще так вкуснота непередаваемая. Сколько надо пить пива? Да, Игорь, сом мраморный. Сом мраморный. Игорь, это сколько же надо нам пива? Это сколько нам надо пить, Игорь? Вот это я в шоке сегодня. Я в шоке, Игорь. Хей из судака. Знаешь, вот такие вот баночки. Хей судака. Давай его сюда поставлю. А это сельдь каспийская. Это вот селедочка. Глянь, какая селедочка обалденная. Каспийская. Ой-ой-ой, иди сюда быстрей. Иду. Смотри, что тут творится. Смотри, под пиво. Хова! Ох. Красота? Красотища. Ой, как пахнет, как все вкусно. Гляньте, какая она... Такая нежненькая, представляете? Не пересохшая, потому что вот можно разбить там об стол. Стол разбить. Стол разбить. Нет, да, это именно вот нежненькая такая, знаете, вот сыровяленая. Видно, да, что да, 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 свеженькая. Это просто чудо. Вот это мы наедимся, вот это мы напьемся. Ну, слава богу. Вот это красота. Ребята, спасибо огромное. Нет слов, правда. Так, ну все, наверное, пустая. Даже. Ух ты ж, не, я думала пустая, представляешь? Нет, вот это да! Игорь, я в шоке, гляньте, что творится. Что ребята творят, вот это да, вот это красота. Ой-ой-ой, все, все друзья завтра будут у нас. Так, ну что, открываем вторую посылку? Да, а, еще вторая есть. А вот она еще. И вторая посылка у нас открыла. О, как я умею открывать. Сразу написано «сом». А ну давай глянем, что за сом. Сом написано, видишь? Ого, тяжелые. Так, это пустые, походу. Убираю коробку. Итак, сом, видимо, большой, Игорь, тяжелый сильно. Что-то тут невероятное. Что это, Игорь? Игорь, что это? Я так предполагаю, что это сом. Глянь, как собрано интересно. Книжка. Глянь, как собрано интересно. Представляешь, глянь? Вот это рыба! Тяжелая, огромная. Вот это сом. У тебя ростом, что ли? Да, глянь, какая рыбка. Вот это да. Вот это, Игорь, красота. Я в шоке. Вот это рыба. Я уверена, что многие из вас захотят попробовать такую вкусноту. Так что я ссылочки оставлю на ребят под видео. Даже в WhatsApp оставлю под видео, чтобы вы даже созвонились и пообщались. Рыба просто обалденная. А мы сейчас будем пробовать? Да, да, мы сейчас будем пробовать рыбу. Ну, надо же заценить, конечно. Давай, Игорь, пробовать. Давай, пиво наливай. Выключай камеру, все.
Все, Игорь, я не могу. Ой, какой нежный. А ножи? Держите мне семеро. Ага, а ножи? Какой хозяин, такой и нож, да, Игорь? Так, это что, претензии какие-то? Ой, вообще ножи наточил, Игорь, обалденно. Это так хорошо. Не передать словами, вот понимаете? И все это мне на халяву. Сейчас многие же будут писать, я поэтому сразу их успокаиваю. Цыгане любят халяву. Да. Нет, ребята, это просто чудо. Это словами невозможно передать. Это просто надо взять и попробовать. Так что я вот так вот нарежу кусочками. Вот такие вот кусочки. Ой-ой-ой. Вот так вот, смотри, как я. Шепотом. Да, я? Даже разговаривать не хочется. Да, ты что? Какое зрелище. Молодцы, ребята, правда. Сейчас попробую. Игорь, это тут надо... Не томи, да, оператор? Игорь, это надо попробовать. Это просто не передать словами. Она тает во рту. Ты знаешь, она такая же вкусная, как и красивая. Да, да. Она... Я вот это вот люблю очень. Она во рту тает. Глотать сразу можно, жевать не надо. Сейчас вот это все с пивком, Игорь. Ты можешь, наверное, чуть-чуть потоньше, да, Игорь, чтобы с пивом было удобно. Конечно. Вот так. Соломкой. Типа. Да. Типа вот такой вот соломкой, вот так вот. Да, вот такой. Ага, вот. Ага. Да, вот такой. Вот так вот. Вот так вот, да, Игорь? Вот так? Вот так. Вот так, да? Вот так, да, Игорь? Красиво. Вот так вот. Все красиво, эстетично, запах отличный. Вот так вот, да? Вот так вот. Слушай, а как быстро они доставят? С Астрахани за 2 дня буквально. Вообще, я в шоке. Только сказали, что нам посылка отправляется. И все, мы ее получили. Что я еще порезать? Давай еще этого щучку. Давай нет, щуку. Нет, вот смотри, я на что. Что ты хочешь? Вот, смотри, на что смотри. Вот это? Вот. Вот это? Нет, балычочек. Вот это? Вот это? Балычочек. Давай. Красота. Нет, идеально. Ну, давай порежем сейчас. Это балык из кого? И сама. Сейчас я первая попробую. Нет, красота. Это просто чудо. Такая вот рыбка. Вот такой балык. Нежная, вообще. Идеально. Гляньте, что творится. Попробуй, Игорь. Я не знаю, это просто красота. Вот это вообще тоже супер. Вся нежная. Просто чудо. Просто идеально. Рыба просто очень вкусная. Я даже не могу остановиться, правда. Вот такую посылку мы сегодня получили. Рыба очень вкусная. Я прям уже не могу остановиться, правда. Сейчас еще бокальчик пива, Игорь, выпьем. Ну, для полного комплекта. И будет классно. Это представляете, сколько надо еще мне пива выпить? Я, конечно, шучу. Рыба очень, правда, вкусная. Спасибо огромное ребятам. Хочу сказать спасибо всем, кто присылает нам посылки. Ну, а сегодня я говорю огромное ребятам спасибо за эту шикарную рыбу. Желающие пообщаться с ребятами, я оставлю WhatsApp и ссылочку на Instagram под видео в описании. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока. Ой, рыба, Игорь, я не могу остановиться. Пьем за ребят, желаем удачи, спасибо огромное и шикарный посад. Для вас. Чисто.
вместе.